Привет! Сегодня 11 апреля 2014 год, пятница, 9 часов 4 минуты утра, московское время. Только что завершил свой эфир, и мне по скайпу пишут, Евгений написал из Америки: «Я могу стать миллионером за 2 минуты». А почему не за 5? А потому что за 5 минут приезжает полиция. Готовься. Чего только мне не пишут мои радиослушатели. Только вот где-то полчаса назад получил сообщение от одной слушательницы из Америки. Она говорит: «Мой муж такой молчаливый, редко когда мне что-то говорит. Но когда мы ложимся в постель, он такие всякие любовные слова произносит. Он что, секса хочет со мной еще больше? Или что?» А я ему не говорю, о чем я думаю. Я, конечно, говорю, знаете, когда такая интимная близость, мужчина, чем старше, тем он более эмоциональный, такой чувственный, романтичный становится, и это в нем выражается. С другой стороны, да, когда мужчина произносит какие-то любовные слова, чаще всего он хотел бы закончить это или продолжить это сексом. Поэтому когда он говорит какую-то любовную фразу, там, как ты мне, знаешь, ты такая классная, у тебя такие красивые глаза, и я говорю, знаете, вот он произносит эту фразу, а вы говорите ему: «Ой, почеши мне тут, вот, погладь мне голову». Он начинает гладить голову, и вы ему говорите: «А там вот чуть-чуть пониже спустись, вот шею там погладь мне». Ага, вот здесь, да, еще вот там по позвоночнику поцарапай. Ага, и можно еще пониже там погладить маленько. Маленько только. И вот когда он произносит какую-то такую фразу, слова какие-то, вы превращаете это в действие. И таким образом вы начнете лучше его понимать, он будет как-то больше раскрепощаться, что ли. Вот так вот между мужем и женой должно происходить. Учитесь, любите. Вот шутки у нас в эфире. Чего только нет. День добрый – это позитивно, практично и полезно. Навсегда.